Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, мы сейчас с тобой продолжаем играть God of War. Мы с тобой спустились в пещеры в той серии и, в общем, видим, в этой серии мы будем подниматься с тобой наверх. Да. Мы с тобой, видим, будем подниматься наверх, повыше. Куда-то идем к горе, мы же идем, прах жены надо развеять. А мы у гномы были? Почему нас здесь сохранило? Ё-моё. Чё там про гнома? Я же сохранялся после гнома. Мне нужен этот алхимик, чтобы сделать кое-что для вас. Найти его в ваших интересах. А, всё. Всё прокачано. Всё прокачано, ребят. Можно выдвигаться дальше. Сейчас мы куда-то поедем наверх. Так, здесь мы собрали. Я думаю, все, здесь больше уже никого не будет. Босса мы замочили главного. Вот и крюк. А чё крюк-то? А. Опять. Да, крюк-то что мы опустили, хорошо. А двигать-то кто будет? Тележку-то. Тележку надо подвинуть. Мы же не на пустом этом крюке поедем. Это поможет. Все, поехали. Поехали. Мы поднимемся к самой вершине? Это мы скоро узнаем. Что-то там не так. Я чувствую опасность. Не думай о том, что может быть. Сосредоточься на том, что есть, и будь настороже. Хорошо. Да я, главное, не думать. Угу. Это уже лучше. Стой! Вот этот целый! Тут записка. Молитва великана. Он просит предков охранять его. Привести домой. Сын. Подожди. Я знаю, как это работает. Смотри. Ого! Что ты написал? Попросил беречь мою маму. Они сберегут нас на пути к вершине. Идем. Путь не близкий. Да. Путь реально не близкий. Так, внутри горы. Хорошо. Ого, что это? Назад! Лезь в тоннель. Понял. Осторожно. Испытание. А, да, я люблю испытания, кстати. В кавычках. Мы рубили туннели в обход великаних ловушек. Удачно. Ну, для меня удачно. Тык. Да ладно. Лучше помолчи. Там увидимся.
Так, испытания. Как же я в кавычках люблю испытания, ребят. Они все такие классные. А почему у меня хп, кстати говоря, нету? Очень странно. Так, ну здесь я, допустим, спрятался. Ладно. Перепрыгни. Спасибо. Практически. Практически мертвый. Ну, немножко подпалил жопу, да. А, нам бы ярость надо на ком-то применить. Еще один подъемник. Глядишь до вершины, доберемся быстро. Подожди, а там что был? А, там этот. Тоже говно код. Так, ладно, пойдем поднимемся. Помогло. А если мы это еще уберем? Будет видно. Увидим озеро. А мирового змея, а наш дом. Все увидим. Узнаем, когда доберемся. А пока гляди в оба. Так, камень ярости, что здесь есть? Ой! Атрей! Я цел. Просто споткнулся. Знаешь, ты же такой сильный, но всегда так тревожишься. Тревога полезна. Благодаря ей мы с тобой живы. Ну да, хотя особой радости от такой жизни нет. О! Хорош. Это последний. Блин, по хп очень что-то проблем какие-то начинаются у нас. Что-то пропускаю часто. И тебе туда же. Хорошо, продолжай. Я не готов. Я понял, надо больше тревожиться. Угу. Мы на месте? Нет, мы застряли. Сколько еще подниматься? Я не знаю. Хрен его знает. На нас еще нападут? Несомненно. О, нет. Да,
Готовься. Это что? А? Где он? Блин. А где второй-то? А, все. Все, один остался. Ебать. Давай, ярость. Куда ты, блядь, ушел? Что-то как легковато, мне кажется. Проходим до боссов, как-то мочимся, с учетом того, что играем на среднем уровне сложности. Ну, видимо, потому что я прокачался, батя. Это ж батя. Он может. Вроде обошлось. Возможно. А подожди, возможно. Навыки у Атрея что-то есть? Существенное увеличение урона от стрел и в ближнем бою. Давай. Скорострельность. Давай. Все. Все купили, ребят. Все купили. Так. Удар щитом, дальний бой. Это мне, наверное, не надо. Все вкачали, весь опыт, ребят, все вкачали, короче, прокачались, батя. Отец, прокачался. Когда мы развеем мамин пепел, что тогда? Что будет дальше? Ничего не будет. Мы вернемся домой. И все? Путешествие завершится? Это да. Но у нас еще много дел. Ты был прав там, в лодке, когда я срубил последнее дерево. Ты сказал, что-то поменялось. И это так. Нашему дому грозит опасность. Мы должны позаботиться о его защите и продолжить твое обучение. Ага. Мы подъезжаем. Мы почти на вершине. Нас теперь не ждут, а? Спокойно, мальчик. Держись за мной. Ты кто? Вперед! Бери! Воу! Леонка! Подожди! Я готов!
И что это за тварь такая из подземелий? Битва. Угу. Охрененная битва. Но мы так и не... Ну, практически уже на вершине. Стой. Угу. Ого, что это? Понятно, я похоже, понял. Похоже на корень Игдрасиля. Это что, смола? Застывшая смола. И в ней таится сила. Ничего себе! Поверить не могу, мы бились с драконом. Я метил в глаза, но не мог устоять ровно. А драконы тут живут? А когда они тут поселились? Когда великаны ушли? Или они ушли из-за драконов? Мальчик, в горах тяжелее дышать. Болтай поменьше. Вопросы потом. О, да, ладно. Синдри. Ты слышишь? Там кто-то кричит. Да, это наш гном. Стой, сын. Это Синдри. Как убить такого зверя? Надо застать его врасплох. Я могу отвлечь. Что ты делаешь? Надо ему помочь. Иди направо. Выбери место и жди моей команды. Спасибо. Эй, урод! Я здесь! Так, а нам надо налево. Босс у нас будет. Вот это босс, вот это куропатка, ребят. Вот это, представляете, какое мясо? Сколько мяса, точнее говоря, с него. Ну? Ни хрена у него хп как медленно уходит. Хреслер. Вот это хренслер. Кто тебе имя такое дал? Хренслер. А, тут что-то надо с ним будет с помощью этих драться. Что-то с помощью вот этих вот. Воу. Воу. Что такое-то? Сейчас на ту сторону, да, пойдет? Ты козел сраный, блядь. Подожди, нет. А, бейте по котям. По когтям бейте, понял. Когда ему бить рожу? Когда это рожу ему бить? Не хочу ему когти бить, дайте я сразу это... Дайте я так его сразу буду мочить. Блять, почему у меня втягивает себя пиздюк? Там блок, да, кью-кью-кью, надо нажимать на кью. Мне не интересно, блять, нажимать на кью, я хочу так. То есть урон-то он такого, да, себе наносит? Thank you.
Козел. Все время шум нас отбивает. Сука, я хилку хотел взять, пиздюк. Че у тебя будет? Че за атаки показывай? Не понял, лучшие атаки. Сука. Блять. Давай. Не люблю, знаете, боссов вот таких жирных. Знаете почему? Мне лично вот не интересно против таких боссов драться. Ну, я не люблю, знаешь, когда босс тебя выносит с одного удара, а ты босса со 150. Че, получил по мордасам? Мальчик, ты цел? Да! Я знаю, что делать. Готовься опустить кран по моей команде. Я не знаю, как он работает. Мне все равно. Будь готов. Да, блядь, я хочу хилку взять. Пошел ты нахуй отсюда. Сука. Почему хилка у него прям под ногами лежит? Пиздюк. Оу. Ебальник покажи. Да, блядь, отойди. Чё он не сдох? Да что, блядь, здесь за молния нахуй гром бьет? Почему? Урон почему-то мне наносится, непонятно почему. Давай! Нормально. Насажен. Насадили пацана. Вот теперь нам сделают броню из кожи жопы дракона. Ого! Мы его победили. А ты? Эй! Но. Драконов не убивали уже не одно столетие. Со времен великого истребления. И если я не ошибаюсь, вы сделали это ради меня. Ты ошибаешься. Дракон просто был у нас на пути. Говори все, что хочешь. Вы меня спасли. За это положена награда. Что это? Это стрелы с Амелой. Прямее, чем луч солнца. Баланс идеальный. А, спасибо. Так, ладно. Погоди. Фу, не то. Говорили с моим братом? Да, сказал, ты утратил талант. О, и что, я себе любит? Нет. А еще что, мне важнее красота? О, нет. Чем качество? Что я напыщенный? Нет. И надменный? Суетливый? Я знаю, что он думает, но обидеть меня он не может. Проехали. У меня нет на это времени. Нет. Стой, погоди. У меня идея получше. Ну? Нужен зуб вот этого дракона. Ну давай выдернем зубчик. Только зачем он ему? Ну это его дело. Сколько мяса пропадает, кстати. Смотри, где Неважно. Что за мерзость? Что за мерзость?
А что за вонь? Отлично! Да, сойдет! Зачем тебе? Зачем тебе зуб-то? Ну да, я это трогать не буду. Просто подержи его. А теперь проведи по тетиве лука своего сына. Сделай милость. Атрей, твой лук. Двух раз хватит. Эй, полегче там. Вы получили шоковые стрелы, стреляйте ими в кристалл, чтобы разрушить преграды из сока мирового древа. А как менять-то? Почему мне никто не объяснил? Вот так. А вы не верили. Чтобы... Я добавил волокна на сетевую способность витрины. Оу, я смотрю, ты сам уже разобрался. Ну, молодец. Не то чтобы я хотел объяснить красоту и тонкость своей мастерской работы. Ни в коем случае. Главное, улучшение лука... А тебе что приглянулось? Блин, денег не хочу тратить. У нас денег с тобой вообще нет. Вернемся к тебе. Простой, а у нас какой, кстати? Простой, давай продадим. Где ты их вообще носил? Возьмем превосходный. Возьмем большой, короче, с большим запасом, чтобы был. Счастливого пути. Да, и тебе не хворать. Совсем недавно мы охотились только на оленей. И вот сражаемся и с темными эльфами, и с троллями, и с ограми, и с драконом. Мы кого угодно одолеем. Мы побеждаем, потому что у нас есть цель и сдержанность, а вовсе не благодаря своему самомнению. Ага, я знаю, просто здорово быть сильным, понимаешь? Так, подожди, понимаешь? Потом вот этот прокачаем. Да, понимаю. Потом прокачаем. Шок выстрел тоже надо апать, апать, ребят. Все надо апать. Что-то мы давно этих сундуков с яблоками не находили на увеличение хп. Уже можно идти. Пока нет. А, подожди-ка. А что с ним не так? А что с ним не так-то? А, из него надо сначала эту выбить. Грязь. Интересно. Я справился, да? Лучше. Да, ты справился, но я больше... Не хочу. Вот и он. Мне его разбить? А мне нравится. Хотя странно. Этот не разбился полностью. Я попал по этому кристаллу, но он все равно светится. А почему он светится? А что не так-то? А, я понял, что. Паразиты новые у нас здесь появились, которые
вселяются в этих... в зомбаков, или как их назвать, входящих. А с этими, они же ходоки, да, как идут? Как нам менять эти-то? Ему не позавидуешь. Извините. Извиняюсь. А как нам менять-то? Да господи. Фиксация. В. Сильно так слабый блок достать, убрать за действие сына. F. Тип стрел. Т. Понятно. Тип стрел. Т. Главное не забыть. Управление здесь, знаете, такое... Ну, здесь... Я говорю, я на клавиатуре как на этом играю, как на пианино. Ну? А, надо. Подожди, а как нам... А почему он не это? А, нам надо в дырку попасть вот специально. Ну ты чё, сын? Да, блядь, сын, пиздец. Ух, и сейчас мы, кстати говоря, сдохнем. Тебе нужен целебный камень. Нужен, брат. Ой, брат, сын. Нихера себе он плотный. Отойди от него. Я не готов. Смотри, там мост. Но как нам до него добраться? Меня чуть не вынесли. Прикиньте. А, подожди. Как-то так. Надо как-то опустить этот мост. Наверняка по-моему выйдем отсюда. Ага. Так, иди почитай. Еще один. Это Эмир. Мама начинала про него рассказывать, но он еще маленький. Великаны рождаются у него из-под мышек? Сын. Иду. Так. А где нам еще-то взять? Теперь он застрял с другой стороны. Мне никогда не надоест взрывать штуки. Да, это весело. Так, но вопрос в другом. Воу. Блин, как он нам хорошо помогает, слушай-ка. А вон еще одну вижу. Остался один. Да, только где он? Знаете где, наверное? Наверное, где-нибудь снизу. Или сверху. Так, подожди. Почти на вершине. Угу. Подожди, а куда я пошел-то? Стало ему холоднее.
Нам бы хпшечку бы. Надеюсь, там яблоко для увеличения хп. Нормально. Так, здесь все, да? Давай, хп. Нам, по-моему, там еще одно яблоко, у нас хп увеличится. Да. Да, все, три из трех яблок. Ну, вот у нас. И хпшечка подросла с тобой. Здесь, может, что-то почитать не будем. Атрей, ко мне! Не будем ничего там читать, насрать. Уже скоро, мам. Хотя за это опыт дают. Можешь был, конечно, прочитать. Смотри, вершина! Мы совсем рядом! Угу. Твой колчан. Лямка лопнула, когда мы дрались с драконом. Ничего, вроде держится. Стой. Сломанный колчан замедляет стрельбу. С болью можно мириться. С плохим оружием нет. Пока сойдет. Хорошо? Да. Иди. Спокойно, гляди под ноги. Так, у нас что здесь? Что, побежали туда? Впереди враг! Прикольно, кстати говоря, у него это... было? Не понял. Прости, я не готов. Так, ну-ка, заходим. Так, это улетел. Одних атакуй так, других так атаковать надо. Одних топором, других без топора надо. Третьих так, четвертых так. Очень много всяких камбух. Так, а что это у нас здесь? Тих, подожди. Ты чё, ты где? Должен быть хоть наверх. Пиздюк. Ты ведь тоже это слышишь? Да, помолчи. Тот человек, что приходил к нашему дому, ты же вроде убил его. На этот раз ты не один. Видимо, дело важное, раз сыновья Тора почтили меня своим присутствием. Ну что, до сих пор из шкуры вон лезете, чтобы впечатлить папочку? Судя по следам, татуированный человек теперь ходит с малым ребенком. Куда они держат путь? Ну а мне-то почем знать? Ты же все-таки умнейший из живущих. И умнейший из умерших тоже. Ты поможешь мне, а я тебе. Скажи, где они, и я поговорю с Одином. Твой отец не освободит меня, Бальдр, и не даст тебе меня убить. Тебе нечего предложить мне, так что бери свои вопросы, свои угрозы, своих тупых дуболомов и проваливай.
Мы еще вернемся и выбьем тебе второй глаз. Не забывай, мы повсюду. Так и будет, правда? Нашли кому угрожать. Он в дереве. Как бы, что ему угрожает-то? Он, мне кажется, он ничего не боится. Его и так наказали. А, ну вот и вы, легки на помине. Татуированный человек и малый ребенок. Пройди за ними следом, убедись, что ушли. Да мы же видели. Делай, что сказано. Он не знает, кто ты. И меня это устраивает. А. А ты кто? Я величайший посредник для богов, великанов и всех созданий девяти миров. Здесь я знаю каждый уголок, говорю на всех языках, знаю про все войны и все сделки. Мое имя — Мимир. Я умнейший из людей. И могу ответить на все твои вопросы. Зачем мы нужны сыну Одина? Ну ладно, в моих знаниях бывают пробелы. Один заточил меня здесь уже 109 зим назад. Я умный малый. Я догадаюсь. Обещаю, ты дай мне время. Да ушли они, ушли, как я и говорил. Мать мальчика умерла. Она чтобы хотела... Чтобы мы развеяли ее прах на самой высокой вершине всех миров. О, братишка, так тебе нужно совсем не сюда. Самая высокая вершина-то не в Мидгарде, а в Йотунхейме, стране великанов. Нет! Не может этого быть. Взгляните. Это самый последний известный мост в Йотунхейм. Видите гору, похожую на огромные пальцы, царапающие небо? Вот самая высокая вершина. Не это. Может, пойдем по мосту? У нас есть Беврёст. Когда великаны разрушили все мосты в свою страну, этот они закрыли тайной руной. И знать эту руну может только великан. Но все они очень давно покинули Мидгард. Верно. Но сегодня ветра судьбы подбросили вам странное совпадение. Ведь есть лишь один человек, который поможет вам попасть туда. И, к счастью для вас, я сегодня не занят. Мы ведь идем в Йотунхейм, да? С точки зрения тактики, это лучший и единственный выход. Лишь туда за вами не пойдет тот, кого нельзя убить. Что надо делать? Ура! Для начала отрубить мне голову. Чего? Ни одно оружие, даже молот Тора, не освободит мое тело от этих оков. Но, к счастью, тело и не нужно. Надо лишь найти того, кто оживит мою голову с помощью древней магии. Магии? В лесу живет ведьма. Она это умеет. А захочет? А сможет? Попробуем. Не сможет. Ты будешь мертв. Он ведь пытает меня. Каждый день, брат. Один занимается этим лично, поверь мне. Его фантазия безгранична. И так каждый день. Это не жизнь. Ну ладно. Я не могу на это смотреть. Брат, сперва послушай, мало ли как оно. Мальчик, чем позднее ты скажешь ему о том, кто он, тем хуже. Он возненавидит тебя и никогда не простит. Есть многое, о чем он не должен знать. Да? Значит, твои тайны для тебя важнее сына. Ну все, я рублю тебе голову. Я не против. Так, Мимир, мы с тобой взяли. Хорошо. Йотунхейм! Мы отправимся в Йотунхейм! Мы найдем затерянный мир великанов!
Это... Не ко времени. Ну да, я это и хотел сказать. Что у нас здесь? Дайте какой-нибудь ценный дар. Скоро мы переведем руны Муспельхейма. Последняя руна, кстати, осталась. Руна. Руна. Я думаю, что, надо здесь закончить. Ты помнишь путь к дому ведьмы? Да, он в лесу с кровавыми листьями. К югу от озера. Я знаю, куда идти. Надеюсь, она вернулась из Альфхейма и оживит Мимира. Он был хороший. А ты ему голову отрезал. Ты, порталы. А что здесь? Ничего, что ли? Ладно, пойдем. Так. Так, подожди. Нам надо сюда. Нам, получается, сюда, да, надо. Лавка Брока. Этого. То есть нам в этот сначала, потом там надо будет переставлять, что ли? А, не, нам там надо плыть. Ничего себе! Это, наверное, ветвь мирового древа. Сын, не сходи с пути! Да, помню. А с ума это? Сойти! К нам в дом пришел Бальдер, один из асов. Бальдер! И а что это? Вот точка, тут что-то можно? Да. Сын Одина, брат Тора. И теперь он ищет нас со своими племянниками. Что ему надо? Если оживим голову, спросишь. Ладно. Глупо, конечно, но я надеялся, что мы найдем на той горе великана. Видать, они и правда все ушли. Ну, кроме змея. Он, наверное, последний в своем роде. Ты тоже последний из своих? Какой болтливый у нас этот сыночек. Своих. Не время сейчас для этого. Я думаю, что-то как-то странно, мы бегаем, портал не открывается. Брок! Что? Дай пожрать спокойно. Я же не ору тебя над ухом, когда ты у себя в пупке ковыряешься. Оставь его. Да чтоб... Вы уже нарушили мое одиночество. Можете составить компанию. Мы не голодны. Славно. Я вам и не предлагаю. Видели твоего брата. С чем и поздравляю. И небось опять дали ему вдосталь поизгаляться над моим топором? Ну показывай. Этот засранец не сможет найти баланс, даже если надо отбалансировать свои яйца. Он там не отощал? Да нет. Хорошо. Так лучше. Ну и что вам еще надо, а? Нам надо закончить серию. Когда Синдри уходит с головой в работу, он даже пожрать забывает. А если и вспомнит, поди заставь его нормальной горячей жратвы состряп. Похоже, все... Давай лучше. А то меня задолбает. По этому придурку? Да вот еще. Ну просто... Слушай, ты бы шел уже, а? Хватит жужжать тут над ухом. Я уже устал от тебя. Да. Нашли алхимика, о котором я говорил. Иди в жопу своим алхимиком. Так, нам что надо? Что это такое? Разрыв между мирами. Бой. Нам нужно будет сесть на лодку сейчас и поплыть туда направо и туда сюжетом. Но по сюжетке мы уже пойдем с тобой в следующей серии. А в этой серии мы с тобой заканчиваем.
Так, значительно увеличивает урон, давай вкачаем. Огромный урон от шока. Давай сначала лук, он, кстати говоря, очень нам помогает на самом деле. Прям очень сильно. Вот, так что мы будем его сначала качать, мы его докачаем. Да господи, чё вверх не поднимаешься? Вот, мы его сначала прокачаем, а потом, ребятушки, давай тут перезапишем, вот, а потом уже продолжим. Чё продолжим? Продолжим другой что-нибудь качать. Увидимся с тобой уже в следующей серии, всем до встречи, всем пока.